Фата Моргана на Йокота. 35-й эпизод и начало финальной двери, наверное. Поехали. Так, мы начинаем непонятно где. Вроде как в башне. Я так понимаю, первый это паренек, второй монстр, а третий лорд. В целом, узнаваемый образ, пожалуй. О, это даже здесь было. Ладно. Это которая, ну, церковь была, да. Я так понимаю. Так это кто с кем? Ну, кстати, снять обеда тоже можно. А, я понял, это монстр и, видимо, аналог паулины местный. Мне очень интересно, как он попал в тысячи... Ах, стоп, мы даже не знаем, какой это год же реально. Еще как здесь оказался японец? Или кто он там по национальности теперь? Учитывая, что потенциально... Ну, опять же, я точно не знаю век, в котором мы находимся, но есть вероятность, что в этом веке еще Японии не существовало. В смысле... Ну, народ, который мы называем сейчас японцами, еще не переселился на остров, все еще в Корее проживая. Если, опять же, там век 5-6, то в Японии еще не живут японцы.
Они, кстати, ближе к нам. По национальности, ну, по расе, если можно так выразиться. По народности. На славян похоже на самом деле. Просто в любом случае тогда не существовало особо способов переместиться так далеко. Хоть, конечно, происходили чудеса, но... А, ну вот, типа, насчет вот то, что она сейчас описывает, а то, что она потом получит Паулиной. О, серьезно? То есть я просто почему-то думал, что мы начнем так, ну, сильно заранее. Ну нет, мы прям начинаем у финала. Интересно, что там могло такое интересного произойти, чтобы поменять мнение наше и Аркановский вообще. Оу, мы теперь внизу. Синим. Шанс был в том, что они не переедут с Корейского полуострова на острова, которые сейчас в Японии называются, вот и весь шанс. Но учитывая, насколько они близко находятся, шанс довольно высокий был на то, что они переедут, что они и сделали. Потому что, опять же, по итогу, ну, да нет, даже если бы монголы каким-то образом их захватили, они же не истребляли бы их. Просто данью бы, наверное, обложили и все. Но монголы проиграли и отступились. А больше угроз внешних в Японии не было многие столетия. Они друг друга резали только очень усердно в определенные периоды. Ну, а потом, когда их, типа, в 19 веке американцы приехали, сказали, ну, здорово-здорово, типа, воевать будем, японцы, не-не, типа, ну, и на этом все закончилось. С друг другом опять начали воевать, единственное. Так
Так что нет, особо шанса на... Где-то уничтожиться они особо не могли, а... То, что они, в принципе, не обоснуются на этих землях, ну, опять же, шанс был довольно мал. Потому что, по сути, пустующие земли с довольно малочисленными племенами, проживавших там ранее. Ну, или острова бы к чертям сломались. Они и так в плохом состоянии природном. Так ты что-то такая призрачная. Не, ну после типа 19 века они всю Корею захватили, кусок Китая нынешнего, много островов окружающих. Типа, у японцев много владений было. В окружая. Ну, типа, в Юго-Восточной Азии не было типа страны, даже близко по уровню, которая может сравниться с Японией. Типа все остальные страны, включая там Китай, они были намного слабее. Поэтому они были доминирующие. Типа, если кто-то и держался, только потому что там владения, например, принадлежат Англии какой-нибудь, да. Типа, очевидно, Англия не пустит японцев никуда. Что, например, во Вторую мировую войну в конфликты вылилось. Хоть местами они облажались, в Сингапуре, например, да, ну, в Бирме, например, ну... Там уже посложнее все было. Ну и вообще Америка потом, типа, Тихий океан не трожь, как говорится, руки прочь. Так что, да, закончила Корея, ой, Япония тем, что все потеряла и осталась только на острове маленьком. Ну, как маленьком, большой, но все еще остров. Ну да, она призрачная, потому что, да, что она так и есть, нам показывают. И с тобой связано. А здесь больше, да. Ага, даже так. Совсем понял твой тезис, Сейбер.
Типа, те японцы... Если ты все еще про японцев, то это просто часть монголоидной расы, вот и все. Живший раньше на корейском полуострове и переплывших не такое уж большое расстояние до японских островов. Нет. Советы. То есть нужно ходить ножками, кушать еду и все такое, да? Ну да. Думаю, сюжет это скорее как проигрыватель, да, то есть даже если ты сделаешь внутри него, типа смонтируешь по-другому. Изначально сцена, которую он заснял, все равно не изменится. Thank you.
эта же местность, типа, та же самая, так понимаю, да, то есть этот особняк не телепортировался. Даже мыслей не было. Да, да, да. Что мы ее видели. Интересно, почему она там Моргана? Довольно специфичное имя. Ну вот, я так и знал. Это явление получило свое имя в честь Морганы. А не наоборот. Я был в этом уверен, и я подтвердил свою догадку. Так что имя все еще продолжает быть очень странным. Ну да, имя в той или иной интерпретации все равно имеет либо валлийский, либо гельский, то бишь это британское имя, короче. Почему, да, я все время рассуждал об этом тоже, насчет имени. Ну, скорее всего, это еще одна неточность просто авторская. Мне кажется, ему было бы проще сделать место действия Англии и не париться. Но решил именно Францию взять. А Морган рассказал, что когда ее везли к лорду, прошли недели. Ну да, но море-то она не переплывала. Пролив. Да и... каким образом... лорд из Франции мог получить... девочку...
из англосаксонской Британии. Скорее всего, уже тогда англосаксонская она была, я так понимаю, не бритская. То есть это просто вещи фантастические абсолютно. Но опять же, я, блин... Я в этом разбираюсь, а автор не очень. Это все. Не все должны быть... Ну, конечно, он мог бы, конечно, загуглить, я не знаю, чуть получше некоторые вещи. Ну, здесь моложе здесь выглядят, что Нелли, что Мэл, чем были в конце своих историй. Тут они еще более дети, там постарше были. Но они старше, чем были в прологе, но младше, чем в конце. Мишель, твою мать. Голову включи. Так, а вот тут, кстати, интересно, тут же эти ответы вряд ли повлияют на какие-то концовки, по крайней мере, быстро текущие, но, возможно, на долго текущие концовки как-то могут повлиять, поэтому я буду все же, наверное, у вас спрашивать, есть ли в этом вообще хоть какой-то смысл, разница. Да. Наверное, я бог для быстрой концовки нужно получить. Ага. Давайте, я просто хочу глянуть, что это значит концовка. Что с твоим лицом, чел? Неужели я выбрал продолжающую историю
Или нет, я просто не до конца понимаю. Ну да, да, монахиня. Интересно, тебе ответил дерево, чтобы изменилось. Видимо, небольшие какие-то изменения, да, просто в диалоге были бы чутка другие фразы, ясно. До сих пор не могу понять, как он дошел до жизни такой. Музычка. То есть понятно, синяя это типа мыслями не разговаривают, понятно. Погу. Привет, Григорий. Не повезло тебе. Там не просто зло, там какой-то пиздец, блин.
прокрутил еще, да. А, блин. Двадцатку на убеждение пробрось. Один раз получилось, второй раз может тоже выйдет. Времени, конечно, мало. Ну да, совсем. Здесь, конечно, все прилично. Хорош.
Хороший вопрос. Стоп, что? Хи 10-20. Боже, ты о чем вообще? Во времени не ориентируешься. Это странно. Такое непозволительно. Опять же, автор просто не разбирается в религии и времени. Монахиня не может служить в церкви и управлять церковью. Просто не может. И никто ее сюда не назначит. То есть, монахини мало чего вообще, каких у нее... права есть, ни на что почти прав нету, даже высокопоставленные по типу аббатисы какой-нибудь, да, даже такого ранга у нее нету многих прав. Поэтому священником может быть только мужчина, и только священник может управлять церковью. Забавно, что он с таким видом и позой немножко напоминает паренька с истории Паулины.
Очень. Тома в рясе, интересное выражение. Настоящее. Мел напрягся. Oh. Наверное, если рассказать ему все, это, наверное, выведет... Вот здесь уж, наверное, точно выведет на концовку быструю, да? Рассказать все. Вряд ли меня после такого отпустят. Давайте попробуем для интереса, чтобы посмотреть, как это выглядит.
Да. Ну да, скорее всего, позовет подмогу и на этом все. Ну да. Ну да, поглядели, как они выглядят. А может быть... Ну не. А я нет. Да как он убежит? Там, блин, имба-мечник.
Ну и Роша. Меня все еще удивляет, что вообще Мэл в принципе участвует во всем этом в плане лорда. Что он ему аж ключ доверил там и так далее. Типа, слишком вы хорошее отношение к какому-то там бесполезному пезанту. Ну да, концовка ноль, правда. Это просто bad end. Но зато мы сразу поглядели на персонажей. И само собой, да, что они не собираются верить так легко и на слово. Вот. Было бы слишком легко. Думаю, нет смысла, наверное, сейчас продолжать. Да, в принципе, уже часть эту запись набрала даже. О. Не сказать, что прям насыщенный был сегодня день. Мы скорее заполнили некоторые пробелы в прошлом, да, смотря там с других точек зрения на некоторые события, которые мы уже знаем. И не знаю, мне было бы интересно еще про Жожу узнать чуть-чуть. Да и на самом деле и старшего тоже. Опять же, мне было бы интересно узнать, как они пришли к тому, к чему пришли. То есть, были ли они изначально такие, просто врали. Или потихоньку проходит время, и они типа начинают в себе сомневаться и в своих там убеждениях. От этого как бы зависит, ну, можно сказать, мое отношение к персонажам лично и с точки зрения просто как, ну, персонажам, сука, они комплексные. Вот. Ну, конечно, это можно оставить, скажем так, на реальный момент даже, типа вот, у тебя есть факт, а как его толковать, толкуй сам. Закрытая коробка. Такой вариант тоже, конечно, допустим. Ну, как-то так. Ну, а с последней, да, мы только-только стартанули здесь пока еще. Рано какие-то выводы это делать. Единственное, меня удивило, что так мало времени нам дали, 3 дня. Неужели мы все успеем? Да, последняя дверь по структуре очень сильно отличается от того, что можно было, ну, к тому, к чему привыкли. Прям сильно. Прям как будто 8-й эпизод чай. Ладно. Бесконечное сравнение с чайками. Ну, что поделать. Автор явно читал чайк, я уже так говорил. Необычные подачи, да, то есть у нас типа модельки с наших героев там сбоку есть, да, с эмоциями, с тем, кем общаемся перед нами. То есть мы видим и ту, и ту сторону, и в то же время являемся участником, а не наблюдателем. Ну и да, это реально такой квест. У нас есть там цели какие-то, мы не совсем понимаем, что нужно делать. Интересно, все ли это делается даже за один луп? Может быть, будут тут какие-нибудь лупы? Типа вот мы какую-то информацию узнаем вот сейчас, потом
пойдем по другому пути, там узнаем что-то еще, потом по третьему. Ну, я просто предполагаю, какие возможные варианты еще развития могут быть. Вот. Ну да, думаю, с историей, ну, глобально с историей Жизель Мишель мы закончили. В принципе, вряд ли что-то в их именно конкретной истории может измениться. Почти всю правду, опять же, не подтвердили насчет рождения Мишеля пока ничего. И, может быть, вообще не подтвердят уже, ставят тоже это на ваши тут. Не уверен уже теперь. Я думал, возможно, с матерью, когда там она появится, что-нибудь она там бросит. Но нет. Ну и, по крайней мере, да, их личные отношения тоже, я думаю, пришли к определенному финалу. Неизвестно, опять же, чем закончится вся история в целом, да, то есть какой конец будет. Тут может произойти реально что угодно. Ну, как-то так. На этом я тогда запись закончу.